Доброго времени суток, уважаемые зрители, с вами Литл Пульф, и это продолжение прохождения The Darkness 2. Извлекатель! Он соединит нас! Заткнись! Джеки! Она истекает кровью из меня! Кому я должен? Я все прощу. В наш приют часто заходил священник, отец Аланса. Да, я знаю, что вы подумали, но это совсем не о нем. В общем, ему было по 1000, не меньше, и он был прекрасный проповедник. Он говорил нам, что ад — это не просто страшилка для драчунов вроде нас. Ад существует. Это хреновое место, куда попадают все лентяи, шлюхи, торговцы дурью и наркоманы. И мы окажемся там, если вовремя не остановимся. Все не так просто. Вижу носителя!
После поедания сердце добавляет больше здоровья. Улучшение вампирской казни. При убийстве врага с помощью вампирской казни дает больше здоровья. Нажмите G, чтобы наделить оружие силой тьмы. Давайте здоровое сердце. Так лучше. Я не выходил на свет. Как я рад, что ты здесь! Они хлынули сюда, как тараканы! Они просто психи! А ты нет? Но я еще жив! А этих уродов я отсюда живыми не отпущу! Поднимайся наверх, босс, я прикрою тебя. А у меня просто царапина! Лифт уже спускается! Не выпускай отсюда никого! Джеки, это я, Винни, не стреляй! Боже мой, босс, тут сумасшедший дом! Тетушка Сара в бронированной комнате, нам надо быстро наверх! Поднимайтесь, а я прикрою снизу. Как подниматься, если мне не хватало? Привет, Джеки! Похоже, хороший день! Дульф, у тебя совсем крышняк полетел, что ли? Я уже в лифте. Съеденное сердце позволит некоторое время рвать плоть врагов одним ударом в демоническом руку. Ничего, 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 ничего. Шел себе по
Джеки! Слава богу, ты вернулся! Тут просто жопа! Скажи мне, Джонни, с кем я веду войну? Судя по печати, которую нашли у Свифти, мы воюем с братством. Чего? Это они изначально владели тьмой! Братство — это святой долбанный грааль тайных обществ! Во главе стоит как-то Виктор Валента. Их верховный жрец и босс. Он плохой парень, сечешь? Да, я его видел. Он попытался вытянуть из меня тьму. Какой-то странной штукой. Это может только одна вещь. Извлекатель ангела! Боже, я думал, он сгинул навсегда! Зря надеялся. Это что? В этой хрени братство раньше держало тьму. Его создали тысячи лет назад очень темной магией. Он может хранить темную сущность. Может вырвать ее из кого бы то ни было. Это мощная дрянь и опасная. Хреново, что братство нашло его. Очень хреново, если братство получит тьму. Ух! Я не знаю. Это не к добру. Ладно, ладно. Я все понял. Так, ты сиди тут, а я вставлю этим ублюдкам по полной. Тоже виднее. Береги себя. Вперед! За дело! Где калаш? Так получше. Ты что делаешь? Тебя ждем. Нам не сюда, а мы отсюда пришли. Thank you.
Идем, идем. Дайте ему халат. Джеки, тетушка Сара наверху. Она заперлась в бронированной комнате. Они уже ломают дверь. Нам надо спешить. Нет. Ну, чего ты ждешь, не могу понять. Ошибся, Джеки. Джеки, помоги мне, пожалуйста. Проснись. Ну, Джеки, вставай. Все хорошо. Винс? Ладно, блин. Все в больнице, типа. Спокойно, мистер Уолл. Да что со мной происходит? Отсюда Дженни. Думаешь, есть какой-то тайный ключ ко всему? Сегодня вторник. Прими лекарство.
лекарства и дадут кусок мяса. Дерьмо. Пока. Что, Катютре? Дольфа, что за хрень тут творится? Я бы хотел стать художником. И ты тоже. Мясо по вторникам. Верный тон. Скажи мне, ты знаешь, что происходит? Фасоль горькая. Боже! Думаю, это он. Это не он. У него глаза слишком близко. Ну же, скажи что-нибудь, хоть что-то. Мы работаем над планом побега. Переоденемся пластырем. Да, а вдруг мы не сможем его отодрать? Вот, спасибо. Македа. Доктор Джеймс ждет Джеки. Джейми? А, Джеки, заходи. Я хотел тебя увидеть. Садись, пожалуйста. Это точно клюки. Какой ты нахрен доктор? Твоя медсестра говорит, что ты снова стал бояться своих лекарств. Ты понимаешь, зачем ты пьешь таблетки, Джеки? Я не псих. Это все иллюзия. Если ты знаешь, что это иллюзия, то можешь прогнать ее. Но мы это уже обсуждали. Ты не можешь выйти из нее. Значит, это не иллюзия. Разве ты не видишь, Джимми? Тьма внутри. У нас в головах. Ты имеешь в виду тот голос, что звучит у тебя в голове, Джеки, который заставляет тебя делать дурные вещи? Ты правда в него веришь? Я больше не собираюсь обходить этот вопрос. Нас с доктором Виком беспокоит, что ты продолжаешь сочинять новые выдумки. История о мафии хороша только в кино, Джеки. Ты не глава мафиозной семьи, ты наш пациент, а мы помогаем тебе выздороветь. Здесь что-то не так. Зачем вы меня тут держите? Джеки, только не горячись. Доктор Джеймс хочет помочь тебе. Эдди, ты вообще что творишь? Джеки, я знаю, что ты возбужден, но я хочу слышать твой спокойный голос. Голос тьмы пускай помолчит. Ладно. Я хочу поговорить с Дженни. Хорошо, я тебя не держу. Эдвард, проводите его к Дженни. Идем, Джеки. Только не нервничай, Джеки. Да, конечно. Как скажете, док. Я не собирался нервничать. Теперь пойдем к Дженни, парень. Пошли. Я не знаю, где мы, но я вытащу тебя отсюда. Зачем мне бежать отсюда, Джеки? Это моя работа. И я хочу помочь тебе. Нет, только не ты, только не ты. Да что происходит? Просто успокойся, Джеки. Все будет хорошо. Итак, в прошлый раз ты рассказывал мне о своих видениях. Кажется, ты сказал, что ты был главой мафиозной семьи, и что на твой дом? Ты сказал, напали те, кто хочет отнять у тебя тьму. Не так? Это не видение. Все так и было, я уверен. Я знаю, что ты в это веришь, Джеки, но... Дженни, выслушай меня. Я думаю, это ад, и ты заперта здесь. Я пришел спасти тебя. Да. Я понимаю, почему это место порой кажется тебе адом. Но это всего лишь больница. Поверь мне, пожалуйста, здесь все хотят помочь тебе, и все. Я не знаю, что здесь творится, Дженни. Ты умерла. Я сам видел. Мы это обсуждали, помнишь? Когда ты не пьешь лекарств, то ты не можешь отличить реальность от мысли. Уровень серотонина падает,
друзья. Тьма. Джеки, это иллюзии. Мы с доктором Вигом составим план лечения. Будь умницей, мы сможем часто видеться, окей? Ты в порядке? План чего? Что? Дженни, ты не понимаешь. Ты в большой беде. Я тоже. Уходим отсюда. Быстро! Джеки, да ну, крепыш. Тревога! Тихо, Джеки. Руки прочь! Все давай. Было хорошо, вот так, Джеки. Тихо, тихо, Джеки. Мы тебя не обидим. Держите. Джеронимо! Джонни, на меня! Джонни, Проблемы! Берите его, пожалуйста. Беги, Джеки! Вернись, Джеки! Я не могу бежать. Лучше. Может, сверху. Пока род продолжается, у тьмы всегда будет хозяин. Я узнал это 5 лет. Я проснулся среди ночи. Папа сидел на моей кровати с большим ножом в руках. Я до сих пор не знаю, хотел ли этот долбанный псих спасти меня от такой судьбы, или боялся, что я займу его место. Останови это, Джеки. Джеки, боже! Вероятно, ты живой. Ты сказал, что тьма не даст тебе умереть, но я не верил. Всего 4 дня назад тебе стреляли в лицо. Я схожу с ума. Джеки, я даже не знаю, как сказать тебе об этом. Но, в общем, сегодня хоронят тетушку Сару. Господи, господи. Это моя вина. Из-за меня ее убили. Этот урод Брэк, он выстрелил в тебя, а потом Сара... Джеки... Боже, все катится к чертям. Ребята выбили братство. Но ты сам знаешь, что они еще придут, да? Мы не можем отдать тьму братству, Джеки. Они ее не получат. Тьма. Тьма держит Дженни. Она хочет смерти этих уродов из братства. И извлекатель, иначе Дженни останется там навсегда. Джеки, извлекатель в руках тьмы? Это плохо, очень плохо. Она будет ужасно сильной. Она подчинит тебя с концами. А есть выбор? Я не отдам ей Дженни. Джеки, Джеки, постой-ка. А что, если ее нет на самом деле? Вдруг тьма играет с тобой? И это не Дженни, а? Нет, она... Я знаю, чувствую. И что ты будешь делать? Пойду на похороны тети Сары. Потом перебью кучу народа. Будь осторожен, Джеки! Братство хочет получить день любой ценой! Любой! Думай! Да, черт, не могу собраться! Займись делами, я найду, что смогу. Ладно, еще. Как вы думаете, Джеки психопат или нет? А это мы узнаем в следующем ролике. С вами был Литл Вульф. Всем удачи и до новых встреч.